25 лет тому назад Путин начал свое преступное правление, и первым делом он решил расправиться со свободой слова и независимой журналистикой. В учебниках по психиатрии в будущем еще напишут о том, как Путин в первые же дни президентства обиделся на сатирическую программу «Куклы», потребовал ее закрыть и потом уничтожил в ту пору еще независимый канал НТВ. Далее он ликвидировал остальные свободные СМИ в России, арестовал, убил или выгнал из страны всех оппозиционных его режиму и диктатуре журналистов. Сейчас выжившие и сопротивляющиеся Путину журналисты объединились и возродили тот самый обидный для Путина сатирический проект «Новые куклы». Я рекомендую вам обязательно посмотреть и переслать своим друзьям и знакомым наиболее яркий и интересный выпуск «Новых кукол», который называется «Палата номер 6». Он по своему содержанию и посылу сопоставим с тем самым фильмом по мотивам сказки Гофмана «Крошка Цахис», который смертельно обидел Путина в 2000 году. Серия «Новых кукол. Палата номер 6» сделана по мотивам фильма режиссера Мартина Скорсезе «Остров проклятых» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Вы увидите инспекционный визит Путина в суперпсихушку. Он едет в секретный дурдом ФСБ, которым заведует путинский прихвостень Патрушев. Среди пациентов психушки Путин обнаруживает много знакомых рож. И фактически все эти персонажи – его субличности. Знакомьтесь, человек-моль. Он считает, что он моль? Нет, это мы так считаем. Пронырливая человеческая особь с четкими признаками социофобии иногда называет себя цинобером. Но, как пишет его лечащий доктор, профессор Шендерович, это скорее крошка Цахис. Мочить в сортире. Она утонула. Мочить в сортире. Она утонула. Ненавижу эти куклы. Так бы и сожрал. Как видите, еще и расстроение личности. Моль, говоришь? Да. И многие так считают? Все. В описании к этому видео вы найдете ссылку на полную версию фильма «Палата номер 6». Обязательно зайдите по этой ссылке и посмотрите «Новые куклы». Подпишитесь на канал «Новые куклы», поставьте ваши лайки и комментируйте. Хорошего просмотра и слава Украине!